Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Влада Хмельницкая, и я хочу предоставить слово президенту Russian Television Network of America Марку Голубу. Спасибо, Влада. Здравствуйте, дорогие друзья. As you already know, we've made some changes here at RTN. Дорогие друзья, вы наверняка уже заметили, что на канале RTN произошли некоторые изменения. And there'll be more changes as we hope to respond to what you need most. И вас ожидают еще больше изменения, и мы надеемся, что именно они будут отвечать тому, в чем вы нуждаетесь и что вам интересно на нашем канале. And so, beginning tonight, our news will be anchored by Yuri Rostov, whom I know that many of you respect more than anyone else on the news scene. Итак, начиная с сегодняшнего вечера, ведущим новостей будет Юрий Ростов, которого мы все знаем, вы любите и уважаете. Actually, Yuri Rostov may well be the single most distinguished news anchor on Russian language television. И Юрий Ростов, и это известно всем, является самым блестящим журналистом и ведущим в среде русскоязычных средств информации. So we've decided to feature Yuri and his wonderful analysis of the news on our nightly news program. И поэтому мы приняли решение предоставить Юрию вести новостную программу, в которой вы увидите, узнаете и о новостях, и поподробнее познакомитесь с его прекрасным анализом событий в мире. Beginning tonight, it will be Yuri Rostov in the news. Так, начиная с сегодняшнего вечера, программу новостей будет вести Юрий Ростов. Now, you will still see Valery Koronaya on RTN. Но вы также, у вас будет возможность видеть Валерию Калиную на RTN. In fact, she may be hosting her own program every week. И мы предполагаем, что она будет вести свою собственную программу на нашем канале каждую неделю. And Valery will be hosting our special celebrity shows, as she will be doing tomorrow night. И мы, вы сможете посмотреть Валерию Калиную в качестве ведущей передачи у нас в гостях завтра вечером. Also, Igor Gazark will continue providing you with outstanding news coverage of Israel. Игорь Газах будет также продолжать знакомить вас с событиями в Израиле. As well as other stories of special interest. А также будет вас знакомить с другими новостями. So the idea is to have our programming expand. То есть мы решили как бы расширить нашу программу. By the way, I personally have loved our news program with three anchors, Yuri, Igor, and Valery. Но Марк хочет отметить, что ему лично очень нравился наш старый формат передачи «Мир сегодня» с тремя ведущими Юрием, Игорем и Валерией. And they did a fabulous job together. И они втроем прекрасно работали. But we're thrilled now to be trying this change. Но тем не менее, мы смотрим как бы с надеждой на это новое изменение. And any change feels different, uncomfortable at first. И достаточно часто бывает так, что изменения не всегда комфортны, не всегда понятны. But I hope that after we all get used to this something new, that you'll love these changes as well. Но Марк надеется, что когда вы привыкнете, присмотритесь, вам понравятся эти изменения. But this is not the only change you'll be seeing on RTN. Но это не единственное изменение, которое вы увидите на RTN. Every night at 9:30 p.m. Eastern Time, you'll see Vesti. Каждый вечер в 9:30 по восточному времени мы предложим вашему вниманию информационную программу «Вести». On Friday nights, there will now be a new movie. А по пятницам мы будем предоставлять вашему вниманию новый художественный фильм. And I am personally looking forward to being with you more myself. И Марк лично также будет стараться сделать все возможное, чтобы также встречаться с вами гораздо чаще. I'll be joining Yuri Rostov on a regular basis to offer commentary on major news stories affecting the United States and Israel. Он также вместе с Юрием Ростовым будет регулярно рассказывать и комментировать основные истории, основные новости, касающиеся Соединенных Штатов Америки и Израиля. In response to many of your requests with Vlada, I'll be creating new English lessons for you. И идя навстречу вашим пожеланиям,
А Марк вместе со мной также будет работать над записью новых уроков английского языка. And I invite you to be in touch with us to let us know if there are areas of life you'd like me to speak about in terms of the English language. И Марк вас призывает, пожалуйста, дайте нам знать, что же вас интересует, какие аспекты английского языка вам интересны, касающиеся вашей жизни, мы с удовольствием воплотим их в наши новые уроки. And with Rabbi Katzin, I'll be hosting a series on Jewish history. И вместе с раввином Ари Кациным Марк будет вести передачу об истории еврейства. Surveying history, Jewish history, from the time of Abraham in the Bible. И это будет от времен Авраама из Библии. To the history of the modern state of Israel. До истории современного Израиля. So I hope to be pleased with these changes we're making for RTN. И Марк надеется, что эти изменения вам придутся по душе. And that RTN will bring you hours and hours of enjoyment every single day. И Марк очень надеется, что RTN принесет в ваши дома и ваши сердца многие премьера программы Юрия Ростова «Мир сегодня». До свидания. До свидания. Редкое и своевременное соглашение по бюджету. Левые центристы в коалиции против Нетаньяху. Слабеющий шторм на восточном побережье, нарастающий на запад. Эти и другие новости в программе «Мир сегодня». Russian Television Network of America представляет программу «Мир сегодня». Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе «Мир сегодня». Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии с вами Юрий Ростов. Вы сейчас слышали слова Марка Голуба. У нас будет новый формат. Спасибо за его хорошие слова Валерию и Игорю, у которых появляются собственные шоу, с которыми мы вместе провели столько лет, сидя бок о бок в этой студии. Меня лично, конечно, будет не хватать, но вы будете продолжать видеть их на нашем канале. Я буду с вами каждый вечер. Ну, а теперь главные новости дня. Хотя